Здравствуйте! Сегодня мой второй видеоотчет после сеансов с Давидом. После второго сеанса, которое было в воскресенье, у нас пошли хорошие результаты. Сын начал ходить в туалет сам. Горшочек подходил к нему, снимал штанишки, писил, одевал трусики и шел дальше. Для меня это было просто неожиданно. Я занималась своими делами, а он начал ходить в туалет сам. После третьего сеанса, после дневного сна, который прошел во вторник, 12 сентября 2017 года, он попросился в унитаз, в туалет. Я вообще была удивлена. И мы периодически ходим то в горшочек, то в унитаз. Это прям колоссальные успехи. Я прям не ожидала. На выходных мы были в детском центре. Вот, я вместе с сыном бегала, прыгала, как ребенок. Он на втором этаже в лабиринтах лазил. Он никогда туда не поднимался, всегда боялся. В этот раз он там лазил, прыгал, бегал, изучал. То есть ему было не только интересно валяние в шариках, он уже как бы изучал более большее пространство, что тоже меня порадовало. Он стал больше общаться с папой, он стал с ним здороваться, говорить ему привет, целоваться. Сегодня вечером они игрались, дурачились, смеялись, вот, за мной пытались там бегать. Весело прошел вечер, наш папа очень этому рад. Вот. Сын также стал более осмысленно понимать то, что я ему говорю, даже при стимах. Если я там что-то прошу, он приносит, делает, назад убирает игрушки там периодически, тарелочку может подать. Потихоньку начинаем самостоятельно кушать. Вот, поднимается аппетит. Вот, такие вот у нас результаты после трех сеансов с Давидом. Очень большое спасибо Давиду. Это просто облегчение, душевное спокойствие и для меня, и для сына, и для нашей семьи. Будем дальше продолжать. Будет все очень хорошо. Спасибо большое и до связи.